И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Я рад приветствовать вас в прохождении Wolfenstein. В прошлой серии мы напали на фашистский склад и добыли шифровальную книгу, без помощи которой перехват всех разговоров нацистов оказался тщетным. Чем займемся в этой серии? Давайте посмотрим на наши задачи. Поговорить с партизанами. Возьмите шифровальную книгу и поговорите с раненым агентом Крейсау на явке кружка. Да, мы как раз туда и направляемся. Вроде тихо. Свои. Отличная работа в раскопе, Блажкович. Ну так-то да. Какой-то носатый ты такой неприятный тип. Что же такое нацисты строят около церкви? Не знаю, но зря они туда заявились. Мой дед говорил, что в тихую ночь там можно услышать шепот призраков. Твой дед, видимо, был старый маразматик. Я не верю в призраков. Гутен так. Чё ты сказал? Какой гутен так? Я сейчас расстреляю тебя на месте. А, это ты? Биджей, майн год, да у тебя 1000 жизней. Наши лучшие разведчики не смогли и близко подобраться к раскопкам, а для тебя это просто прогулка. Ты отлично справился. Думаю, даже на Каролину ты произвел впечатление. Но она тебе об этом не скажет. От нее трудно дождаться похвалы. Продолжай в том же духе. У тебя уже неплохая репутация в рядах кружка Крейсау. Да не скажи, что на раскопках было так уж просто. Пару раз пришлось умереть. Так, цель наша выше, да? Подожди, нам с партизанами надо же поговорить. Ты партизан? А, нет, ты же Эрик. Где-то здесь. Где-то еще выше. Ну и морда у тебя. Какие-то у них все такие недовольные лица. Нет, ты не здесь. Вот здесь. А, помню тебя, парень. Янки. Мы просмотрели шифровальную книгу, которую ты выкрал со склада. Но там все закодировано. Тебе придется украсть кодовый диск из квартиры офицера. И не оставляй свидетелей. Посмотри на карте, где живет офицер. Да вы задрали, а? Отметьте операцию в журнале, и компас поможет вам сориентироваться. То шифровальную книгу, то квартира офицера. Проникните в дом генерала Крайга рядом со складом. В исторической части города найдите самого генерала. Ладно. Сами ничего не могут толком сделать. Все им вынь да положь. Я бы вынул вам, да положил вот на этот стол. Большой и толстый. Так, ну в квартиру офицера мы как-то мимолетно так забегали. Подожди, кто это? Это снайпер. Сучонок, а? Как я его заметил вовремя. Иначе мне бы мог настать хандык. Я думал, какая-то лестница здесь будет у нас, чтобы можно было забраться туда к нему. Так, вроде тихо. На площади что у нас? Тишина. И вот здесь, кстати, квартира офицера. Точно. Ого, видели? Появились фашисты. Сволочи. Из воздуха появляются. Так, постараемся по-тихому. Хотя я уже заранее уверен, что у нас этого не получится. Он охотник. Блин, если бы не второй, я думаю,
Убрал бы его по-тихому. Тихо, тихо, тихо. Куда пошли? Кто пошли? Не останавливайся! Такой... Что вы делаете, ребята? Что... Что ты делаешь? Ой, блин. Обложили, сволочи. Красиво, картина. Кто еще? Блин, сколько у вас в одном доме столько фрицев? Генералы все в неглиже, что они там делали? Чем вы там занимались, сволочи? Патроны кончились. Да где ты там? Вперед! Это шпион! Ищи укрытие! В укрытие! Они говорили пробраться в квартиру офицера по-тихому, да? Да ж сколько же вас там, ну? Это уже неприлично. Это какая-то не квартира, собственно. Это гостиница, что ли? Многоквартирная. Где же ты прячешься, американец? Да здесь я внизу вас всех жду. Мы знаем, что ты здесь. Так, здесь, видимо, описывается устройство этого самого медальончика. Ладно, тут без пол-литра все равно не разобраться. Чего это? А, золотце. Еще слышали, как они говорят, шпиона не видели? Как будто так по улице ходят. Туда... Вы тут шпиона не видели случаем? Не проходил? Нет, нет. Ну ладно, будем искать. Мы знаем, что ты здесь. Надо иногда все-таки пользоваться переходом в тень, потому что, ну, всякие, может быть, какие-нибудь секретные проходцы здесь могут быть. Так, пойдем через кухню. Мадам. Прикольная мадам. Мне мадамы нравились еще в игре Return to Castle Wolfenstein. Здесь они вообще замечательно сделаны. А, подожди, смотри там. А, это всего лишь источник. Ну, ладно. Знаете, что не хватает в этой игре? Это пистолета Люгера с глушителем. Ух ты, лифт. Вроде как бы не очень хорошая идея ехать в лифте. Пойдем лучше пешком. Так. На лифте кто-то поехал, что ли? Документики. Майнгер. К сожалению, книжник, производивший допрос агента Золотого Рассвета на базе СС, подтвердил наши самые худшие опасения. Кто бы ни стоял за побегом молодого агента Золотого Рассвета из Раскопа, этот человек забрал также второй тулийский медальон. Надеюсь, вы сможете объяснить ситуацию генералу Цетте, упомянув о том, что на посту в это время находился капитан Мюллер. Ого, какая прикольная вещь.
Гранат у меня вроде как под завязочку, 3 штуки. Припрятали мешочек с золотишком. Думали, я не найду. Пусто. Топор, это, конечно, хорошо, но не в данном случае, я думаю. В данном случае, как нельзя кстати, подойдет шмайсер. Как, в общем-то, и в других всяких случаях. Шмайсер просто универсален. Так, вот здесь они пытались меня положить, но у них ничего не вышло. Ни хрена, сразу 2 мешка замныкали. Я найду тебя, где бы ты ни был. Да похоже, я тебя ищу, а не ты меня. Как-то мы поменялись ролями. Нет, это не ломается. Ну и, собственно, вот эта последняя дверь и должна быть квартирка генерала. Да, блин, уберите эту руку. Шпиона не видели, девчонки? Девчонки? Ох, 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 откуда же вы столько? С помощью этих дьяволов я их уничтожил. Деньжище. Главное, чтобы девчонки не пострадали. Посмотрите, какая радость. Ух ты ж, мать твою. Ну-ка. Секундочку. Вот оно что. Достаточно приятные модельки. Персонажи имеется в виду. Чего? Мистика? Фантастика? Майнгер, сообщаю вам о том, что, к сожалению, молодой агент Золотого Рассвета, которого мы захватили в плен на месте раскопок, был освобожден в результате нападения мятежников. Охранники, которые не смогли обеспечить должный уровень безопасности, были примерно наказаны. Уверяю вас, что всем людям, находящимся в нашем распоряжении, был дан приказ вновь захватить агента, а также узнать, кто организовал его побег. Ну так я и пришел сюда с целью рассказать вам об этом. Здорово. Ты меня искал? Сколько у тебя здесь денег? Просто неприлично много. Ты извини, конечно. Тихо. Сообщите командующему. Фолиант силы забрали. Ты один здесь такой был, что ли? Крутой. Взял, все разнес, а? Как здесь красиво было. Хотя ты молодец, картину снес. Мы сейф обнаружили. Чего там? Че взял-то? Ту самую бумажку, которая нужна была. Разведданные полностью все забрали. У берегов Англии и не смог выполнить задание уничтожить Лондон с помощью ракет. К сожалению, при этом был потерян первый тулийский медальон. Согласно манускриптам, в месте раскопок должен находиться второй медальон. Мы должны приложить все усилия, чтобы обнаружить данный артефакт.
Без него мне будет значительно сложнее продолжать исследование тени. Ну и в принципе, делать нам здесь больше нечего. Адольф, зараза, не хочет крошиться никак. Прикольная такая нычка, ничего не скажешь. Закроем. Девчонки, целы? Нормально все? Да уж куда уж, конечно уж, испугался. Они сейчас толком мне и выйти не дадут. Так, подожди, я там видел вроде дверь какую-то, да. Нам пока сюда нельзя. Куда вы беретесь? Из шкафа выпрыгнули, что ли? Зачем ты забегаешь и кричишь мне внимание? Обалденные два взрыва практически параллельно взорвались. Дурак, разве можно так по лестнице подниматься? Это же антитактично. Глупо и бессмысленно. А, это та самая дверь, видимо, да? Не открывается ни в ту, ни в эту сторону. Да, это высотка дает некоторое преимущество, конечно. Мне побольше вражеских солдат сюда, чтобы положить их всех. Понравилось тебе? Какой-то внезапный. О, этому отлично понравилось. Он аж потерял голову от удовольствия. Всем троим понравилось. Да и не он один. Кто-то ногу потерял даже. Подожди, это что такое? Кто наделал на сковородку? Калач копченый. Нет, на лифте я как-то не хочу кататься. Блин, сумасшедший маркер, куда ты меня ведешь? Куда-то сюда, говорит, иди. Теперь сюда. А, я вообще на кухню зря зашел, да, получается? Ну, ладно. Зачистим углы на всякий случай. Так, ну нам сюда, да? Все, никого из фрицев больше мы не ждем. Ну, собственно, да, выходим. Доклад об успехе. Поскольку шифровальная книга, похищенная мной со склада, бесполезна без дешифратора, я отправился за ним в дом генерала. Как и ожидалось, дом хорошо охранялся. Пришлось прорываться с боем. Но я все-таки выполнил задачу. Дешифратор скоро доставит на явочную квартиру кружка Крейсау, а генерал замолчал навсегда. Туда ему и дорога. Квартира офицера, миссия выполнена, награда $750, 37 убийств, 10 из 11 золота мы нашли. Блин, одно золото оставалось найти, чтобы полностью эту миссию зачистить. 4 данных из 4, 1 фолиант из 1. Любимое оружие Шмайсер, любимая сила замедления. Так, на улице нас вроде как ждали. Граната — это плохо. Граната — это нехорошо. Пошли, пошли. Чё она не взрывается, ваша граната-то? Видели его? Не думаю, что он здесь.
Да-да-да. Сюда! Вы шпиона не видели случаем? Как ты вовремя-то прискакал? Что-то не так? Патроны кончились? О, смотри-ка, я фолиант нашел. Прикольно. Доступно улучшение теневое зрение. Слева! О, и за жопу у него схватил. Какие-то эти немцы неправильные. Недавно в доме генерала там уткнулся один парень носом в заднюю точку своему товарищу. А этот просто таки полон нежности и гладит его. Как интересно, да, вот этот торговец находится совсем рядом с фрицами. Сколько у нас денег-то? Где можно посмотреть? Задачи. Данные. Что-то не вижу. Ладно. Сейчас посмотрим. Принес много денег. Да я сам не знаю. Нет, сколько. Ищешь, где бы деньги потратить? Да. А что у тебя здесь? А что, нельзя взять, что ли? Почему? А для чего? А что это такое? А это что? А ты зачем сидишь? Так, с этими бесполезно болтать. Они какие-то болтуны. А, золотишко прибавляется у тебя в сейфе, да? Гаденыш. Что тебе нужно? Сейчас посмотрим. Ух ты, 5000. Совсем неплохо. Так, первым делом, конечно же, улучшение на наш медальончик. Теневое зрение. Вы почерпнули немало знаний в древних фолиантах и можете с помощью кристаллов видеть врагов через любые преграды. Блин, отличная вещь. Что такое внутренний свет? Сведения, подчерпнутые из древних фолиантов, позволяет хранить в этих кристаллах энергию, что ли? А, понятно, запас. Блин, это и то хорошее. Ну-ка. Замедление что-нибудь новенькое появилось у нас? Нет. Так, ну давайте мне... Блин, это и то, да, 3,5. В принципе, можно потратить, знаете. Побольше запаса энергии. Что у нас здесь? КМП-40. Крупный калибр. Модификация ствола и спускового механизма позволяет заряжать более тяжелые пули с большим зарядом, что значительно увеличивает поражающую способность. Ну, он и так неплохо ложит, честно сказать. Что у нас к маузеру? Обойма. Вот это тоже неплохо бы. Оснащение оружия пятизарядной обоймой, что избавляет от необходимости заряжать патроны по одному. Вот это вот супер. 1500, да. МП-43. Барабанный магазин, подсумок, крупный калибр. Ладно, но у меня на него патронов толком нету, что его улучшать-то. Граната. Разрыв на осколки. Все, давай, бывай, чувак. Что-то пусто у тебя здесь все. Это что такое? Блин, канализации суперские. Они выглядят не грязно. И освещение тут есть. Так, чего здесь? Колотушка? Нахрен ее? Здесь я уже, видимо, бывал, да? Что-то я здесь брал. Ты ходил сегодня в госпиталь к Дитеру? Его не было в палате? А медсестра в приемной не нашла о нем ни одной записи? Это дело рук нацистов. Они захватили это место. Значит, наши. Что же они с ним сделали? Пацаны, я прислушивался, фрицы вы или наши? Тебе здесь не место, уходи. Чё ты так нелюбезен со мной? А это вообще не хочет разговаривать, игнорирует просто. Ты кто? Я Би-Джей Блашкович. Блашкович, вернее.
Вам бы меня уважать, да знать своих героев. Ну хотя да, откуда им знать обо мне, я новоприбывший. Интересно, местечко все-таки мы нашли. Так, здесь кого-то изрешетили. Я не понимаю, что нужно этим нацистам. Сначала они начали большие раскопки, затем захватили госпиталь, а теперь строят что-то в старой церкви. Мне уже все равно. Мы должны просто помочь им, чем можем, чтобы они поскорее убрались отсюда. Единственная помощь, которую мы можем оказать, это просто перебить их, как собак. 50 патронов. Уже что-то. На улице вроде тихо. Неплохая снайперская позиция, кстати сказать, но... нет того, по кому можно было бы пострелять. Ах, твою мать. Вечная проблема со спуском по лестнице в 3D-шутерах. Так, что нас там за задание-то ждет? Вернуться на явку Крейсау, поговорить с Каролиной или найти явку Золотого Рассвета? Я думаю, все-таки давайте поищем явку Золотого Рассвета. Это где-то здесь. Да? Карты. Да, смотри-ка. Прямо где-то здесь. Чего здесь за говно лежит такое? Так, а какая-то доселе неведомая локация... Да, запас энергии, видите, на амулете немного увеличился. Нифига ты его положил. Да это наш Янки. Извини за беспорядок. Мы как раз занимались заключением сделки, когда этот нацист прервал нас. Что мы будем делать с телом? Оставим в покое. В последнее время тела в Айзенштадте сами куда-то деваются. Да, я тоже заметил. Так, вы не против, я здесь покручусь, поищу. Вы пока завершайте свои сделки. Здесь кого-то пытались, что ли? Или эти ребята? Пытали бедного нациста. Ну, как бедного. Не бедного, конечно. И невинного хрен скажешь. Хотя, вы знаете, я помню эту локацию. Особенно вот эту разбитую часть. Ой, ты откуда взялся? Что-то не так? Патроны кончились? Нифига ты реактивная. Все, пропели там задница, что ли. Да где ж ты там так лютуешь? Испугался Янки. Он здесь. А, не на улице. Чего у нас здесь? Золотишко. Да они разнесли сами себя, к чертовой матери. Это не ломается. Блин, зараза, откуда ты взялся? Просто бошки в кашу отлетают. Всем вперед! Руку прострелил, он умер. Дурак, сам себе укрытие разломал. Да кто ж там так лютует-то, а? Послать отряд, обойти его с фланга.
Да нет здесь никаких флангов. Да ты вряд ли, по-моему, сюда ее докинешь. Хотя надо быть осторожным. Я там уже целый взвод положил, вы никак не успокоитесь. Здесь, видимо, толком-то и ничего нету в этой халупе. На кой черт я сюда залез? А залез я просто потому, что сюда можно было залезть, вот я и залез. Вот сюда нельзя залезть, я сюда и не лезу. Да-да-да, я вспоминаю вот эти вот разрушенную локацию. Там, кстати, какой-то сейф, но он скрытый. И денег, конечно, в нем нету. Куда-то иду вообще. Вообще не по заданию. Вроде здесь всех положили. Давайте посмотрим на предмет каких-нибудь ништячков. Это никак. Чего у нас здесь? Блин, проход закрыт наверх. Да, ништячки имеют место быть. Да, пока смотри, пока нельзя сюда. Или можно открыть его? Нет, ни хрена. Надо будет запомнить рядом с этой трубой. Все закрыто, замуровано. Так, оттуда мы пришли. Здесь какая-то тошниловка. Переход? Нет, переход нам не нужен. Здесь все заварено арматурами. Так, планшетик. Кто-то потерял. Разыскивается за измену Эрик Энгли. Второй человек в кружке Крейсау. Эрик Энгли ответственен за разработку и проведение мятежниками из кружка Крейсау нескольких терактов. Он напрямую виновен в гибели мирного населения и военных. За любую информацию, которая поможет схватить этого преступника, объявляется вознаграждение. Пойти сдать, что ли, Эрика? За звонкую монету. Уже можно было навариться, сдав Эрика и бабу ту, я забыл, как ее зовут. Неприкасаемую, типа... Так, церковь пока недоступна нам. И я здесь помню еще вот эти вот огнеметчики. Вообще жестокие такие парни. Так, что это там такое? И вот здесь, по-моему, будет сейчас месиво. Насколько я могу помнить. А? Тихо пока. Или когда я найду штаб-квартиру... Этих ребят. А вот она, кстати, это штаб-квартира. Начнется просто адский ад. Ну, не совсем такой адский ад. Смотри-ка, это пушка, дуло от танка.
Но, собственно, ничего хорошего с этого не получится. Так, госпиталь пока не можем. Консервный завод пока не можем. Но это все задания, по-моему, этой самой бригады золотой, кто бы там ни был. А сюда можно зайти. Правда, делать здесь нечего. Опять какие-то зарисовочки с раскопок. И более так ничего. И вот эту дыру мы еще не совались. Вот здесь можно наверх залезть. Замечательно. Да, дыра достаточно обширная. Так, здесь не пройти. Захватить госпиталь. Здесь тоже пока не пройти. Можно туда наверх смотаться. Давайте посмотрим, что там. Кстати, надо проверять иногда на предмет скрытых лестниц. Замуровано. А здесь вроде открыто. Золотишко припрятал кто-то. Надеюсь, нацисты, хотя даже если свои припрятали, они знали, на что шли. Ибо Биджей Блажкович — великий искатель сокровищ. Так, ну здесь, в принципе, неплохая такая позиция снайперская, я вам скажу. Еще я вам скажу, давайте на этом закончим очередную серию. Продолжим уже в следующей и отправимся к новой группировке. Я думаю, это будет интересно. Чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте, конечно же. А всем желаю всего доброго. Пока.